Итоги республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» подвели полицейские. В течение 5 дней больше 400 страж порядка ежедневно были задействованы в усилении дорожной безопасности. За время акции выявлено 2725 нарушений правил дорожного движения. 459 водителей ездили непристегнутыми, 383 разговаривали по телефону, около 300 превысили скоростной режим, 46 управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По итогам 6 месяцев к ответственности привлекли свыше 650 пьяных водителей. Также задержали больше 500 человек, которые сели за руль, будучи ранее лишенными прав. Цель данного оперативно-профилактического мероприятия направлена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и их последствий, а также по выявлению грубых нарушений ПДД, непосредственно влияющих на аварийность на дорогах. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий является нарушение правил дорожного движения, такие как управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, превышение установленной скорости движения, нарушение правил маневрирования, нарушение правил проезда перекрестков, а также нарушение ПДД, допускаемых пешеходами.